проекта «Посуда-центр». Товары для дома. Покупай с удовольствием. Было у матери 5 сыновей, 5 крепких и дюжих парней. Росли шаловливы в детстве они. Работала мать на них целые дни. С ними не знала покоя она. Бронила, побрал бы вас сатана. Но выросли старшие 3 парней. Прибавились руки рабочие ей. Время прошло, незаметно промчалось. Младших уж впору женить. Мать постарела, но не печалилась. Польготнее стала жить. Сыны и посеют, сыны и прополют. Сыны урожай соберут. Дров заготовят, на зиму наколют. Да и в избе приберут. Но наступили грозные годы. В обличье фашизма пришел сатана. Старших сынов, 4 из рода, в первый же день забрала война. Проходит година, другая минует. Письма приходят с разных фронтов. Вдруг мать получает одну и вторую, 2 похоронки из нескольких слов. Крепитесь, мужайтесь, сын ваш Иван, на другой был Сергей, пал смертью храбрых, страну защищая. Спасибо же вам, дорогая, родная, за лучших своих сыновей. Целую ночь у икон простояла, мать не жалела слез. А тут почтальон приехал из края, младшему сыну повестку привез. Недаром живет поговорка в народе, не ходит беда одна. А все от войны, будь она проклята, побрал бы ее сатана. В несколько дней у нее появились пряди седых волос. А кто вел учет, сколько пролилось материнских соленых слез? Пришел 45-й, весна наступила, победа пришла, но домой не вернулось 4 старших сына, 5-й пришел хромой. Мать и смеется, мать и рыдает. Родненький, нет больше слов. Один из 5 с войны ковыляет под отчий родительский кров. Старая, добрая, милая мама, встречай инвалида войны. Меня подкосила немецкая рама в битве за город польской страны. Мать и тому радехонько рада, был бы сынок живой. Одна у нее осталась отрада на старости лет седой головой. Седая, как лунь, на лице появились глубокие шрамы морщин. Это печати войны наложились попавшим сынам кручин. Пойте, поэты, о сильных к воле, о людях советской страны, о материнской трудной доле, тяжелой доле войны.